А с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Сейчас читаю книгу, отрывки из книги в моей библиотеке «Позитивное мышление. Смежные науки». Совершенно особенная книжка. Сен-Жермен. Курс алхимии. Наука самотрансформации. Что на какой-то странице было про любовь, страница 227. Кстати, обратите внимание, схема вашего божественного я или в книжке. Ну, в принципе, тоже хорошо. Просто смотрю еще, как настроить свет. Глава 3. Любовь. Драгоценный искатель личной свободы. Знайте, что полная сила 3x3 является мощным монументом потока любви, исходящего из сердца Бога, наполняя вселенскую изобильной радостью, он льется в сердце каждого. Наполняя вселенную изобильной радостью, он льется в сердце каждого. Давайте еще раз прочитаем. Драгоценный искатель личной свободы, знайте, что полная сила 3x3 является мощным монументом потока любви, исходящего из сердца Бога. Наполняя вселенную изобильной радостью, он льется в сердце каждого. Это поток любви. В общем, поток любви льется в сердце каждого. Это космический источник чистой любви, венчающий сиянием, подобным короне, каждое проявление в природе, в ангельских сонмах и в людях. Я думаю, что это нужно еще раз прочитать.